право со мной. Вы не имеете права так с нами разговаривать. Потребитель всегда прав. Потребитель всегда прав. Возмущенные горожане штурмуют офис компании «Орион Новые технологии». Жители вновь жалуются на работу мусорщиков. Только теперь дело не в контейнерах, которые неделями не вывозятся со дворов, а в неплательщиках. Компания выставила квитанции должникам по оплате за мусор. Правда, неплательщиков среди пришедших оказалось мало. Светлана Ищенко была удивлена, когда помимо основной суммы ей принесли долг. Женщина уверяет, что платит исправно, и откуда взялась данная сумма, искренне не понимает. Заплаченная за первый квартал. Вот квитанции, вот это все почта. Теперь дальше никто квитанции не приносил. Теперь они, значит, приносят мне квитанции за 9 месяцев на 798. Это на 176 тенге. У меня зависла в воздухе эта сумма. Я должна ее переплатить. Непонятные долги – не единственная причина жалоб. Как уверяют жильцы, сотрудники компании хамили и не давали жалобную книгу. И уборка мусора во дворах оставляет желать лучшего. Мы в августе заплатили 2000, полностью погасили долг за те задолженности, которые у нас были. Хотя у нас мусор не вывозят. Ни разу у нас не вывозили мусор. Вот мы заплатили 8 марта, второй тупик 5, это старый город. Грязь необычайная, все сваливается в речки, специально мусорят, специально. Мусор не вывозят. По словам сотрудников компании, сбой в работе произошел из-за сливания лицевых счетов. Компьютер сам начислил долги абонентам. И если бы жители города не пришли выяснять правду, то уже на следующий месяц после корректировки никаких долгов не было вовсе. Мы всем делаем корректировки. Некоторые платежи, говорю же, компьютеры не закреплены. Поэтому мы на единый платеж не весь район отправили, мы частично. А на работу начали 6 месяцев тому назад. Отправили сначала Нурсат, потом Нижний, Верхний Отрары, потом Спортивный. Вот так вот переходим и каждому делаем корректировки. 44 тысячи абонентов вручную невозможно было сажать полностью. Все начисления и оплаты. Поэтому есть, да, минусы есть. Мы это устраним. Со слов сотрудников компании «Орион Новые технологии», долги изымаются только за последние 3 года. А тот, кто уверен, что ничего не должен и готов подтвердить это квитанциями, должен дождаться корректировку, которая исправит ошибки.